Живописную площадку неподалеку от поселка Таежный выделили городские власти под возведение церкви святого Григория Просветителя. Храм станет местом паломничества верующих армян со всей Югры и Ямала. Дело в том, что ближайшая армянская апостольская церковь находится в Екатеринбурге. С инициативой строительства храма в Сургуте выступила местная национальная диаспора. Уже подготовлено место, где установят хачкар. Хачкар – это каменный обелиск. Есть природный камень вулканической породы, армянский, туф называется. И на протяжении многих веков это уже как часть культуры. Вырезаются на нем кресты. И мы уже заказали этот хачкар. Его из Армении. Каменную стелу ручной работы высотой более 3 метров разместят на постаменте. Церковь будет строиться на пожертвования. После получения разрешения на строительство армянского христианского прихода будущие прихожане собрали средства на проведение геологических и геодезических изысканий, разработку проектной документации. Скоро мы начнем сюда завозить стройматериалы, песок для отсыпки. И чтобы не губить деревья, которые здесь уже растут на протяжении нескольких лет, мы решили их аккуратно выкопать и пересадить на территорию больницы и храма. Вообще, говорят организаторы, люди активно поддерживают строительство. Благотворители помогают материалами и техникой. Молодежь с удовольствием выполняет тяжелую физическую работу. Подрастающее поколение привлекли и к участию в экологической акции. Отсутствие нам держи, сейчас берем и идем. Держи давай. Пошли, Артем, молодец. Молодец, пошли. Принять участие в акции мог любой желающий творить добро не только на пользу своей диаспоры, на строительстве церкви, но и любящий свой город. Тот, кто хочет видеть его красивым. Благо города Сургуту. Побольше надо, побольше. Потому что город был зеленый. Оксана Ярославцева, Дмитрий Луцко, телерадиокомпания «Север».